Значит, рассказываю историю с Гагиком. Откуда пошел мусорный массив? Настоящий мусорный массив. Гагик чисто на грязном нахуй двигался. День рождения Генсухи. 2022 год. А, ебать, я походу понял, что здесь. 2022 год. Гагик приходит на день рождения. Мало кто понимает, что это Гагик. Ну, многие стримеры знают никнейм Гагик, но мало кто, получается, знаком. Ну, короче, Гагик приходит, типа, мало с кем общается. В соло напивается, нахуй. Просто нажирается в слюни, нахуй. У меня из-за никнейма Гагик ощущение, что он какой-то вот, типа, стил Равшан, вот такой. Гагик. Нахуяривается. И там один такой, это был лофтик, и там один такой мягенький диванчик для двух человек, максимум для трех. С подлокотниками такими, кожаным, по-моему, был. Напивается, и в моменте просто тусовка в самом разгаре, и Гагик просто лежит вот на кресле, вот так вот развалился, вот так у него локоть вот здесь, на подлокотнике. И что-то в моменте просто спит. И в тот момент, когда мы стоим рядом с ним и смотрим на него... Он жестко начинает рыгать, ну, блевать. Сначала на себя, на руку, на кресло, блядь, на диван, и потом мимо дивана просто весь пол заблевал. Какие планы на стрим? Себя всего заблевал, диван весь заблевал. Вот это реально мусорный массив, нахуй. Гагик легенда. Сандай, спасибо за 200 рублей. Хай, какие планы на стрим? Планы такие, тусоваться, прикол. Спасибо тебе большое. Ну как, какие планы? Сейчас ждем Саню, подъедет, поедем Теслу, поставим, попробуем на заряд. Я тебя люблю, мне 5 лет. Я тебя люблю, мне 5 лет. Че Гагик написал? Я потом еще таксисту зарыгал тачку, у меня... Сбербанк Face ID не распознавал, чтобы я ему перевел бабки за химчистку. Столько нахрюкался. Бля, ебать. А ты вообще, типа, ты не пьешь, а там нахуярился или как? Почему так произошло? Хлюпик просто. Первый раз пил там. А, в натуре! Ебать! Ты нашел место, где попробовать. И причем, ладно, попробовать, нахуярился. Или ты мало выпил, и тебя просто разнесло. В этих лофтах еще всегда алкоголь какой-то такой. Ебаный. Бля, ебать. Я с Чана этого пил, блядь. Залпом. Чан, который квертов сделал, или что? Или не был тогда? Какой Чан был? А, ебать, да там пиздец, нахуй, Чан реально там мусорным, чисто для мусорного массива, там весь алкоголь был смешан, там все, что было, там было смешано, блядь, водка, нахуй, текила, блядь, шампанское. Водку с пивом, когда мешаешь, как это напиток, во, ёрш, хуже ёрша, мне кажется, было. Там ультра-ёрш какой-то был. С козырей зашел. Интересно, ты пил после этого раза еще когда-нибудь? Если нет, то это вообще... Я тебя люблю, мне 6 лет. Я думал, тебя научил опыт. Я тебя люблю, мне 6 лет. Ну, спасибо. Детишки, жестко вообще.